если сразу сказали, что будете подпевать, то я вам что хотите спою, потому что совсем другая энергетика. Что мы еще споем хором? Хором, да? Да. Хорошо. Плейлист убираем в сторону. Подрастают у меня сыновья, чем-то в жизни предстоит заниматься им, и хочу им посоветовать я. Не ходите, пацаны, в авиацию, нынче летчик, увы, не в цене. А работа не из легких и строгая, и поэтому не хочется мне, чтобы вы пошли отцовской дорогою, а небо только раз так вниз в небо и попал на всю жизнь небо, не любя, не скорбя, не отпустит тебя. Это кайф в своих руках ощутить, как послушна тебе мощь многотонная, но приходится за это платить липким потом и ночами бессонными, и о ребрах часовых поясов. Биоритмы сбиты напрочь давным-давно, и в кабине по 15 часов. И здоровье на болячке разменяно, но небо, только раз окунись в небо, и попал на всю жизнь небо, не любя, не скорбя, не отпустит тебя. Есть красивое, но кроме того, перегрузки, стресс и радиация, не ударьтесь о крыло головой. Не ходите, пацаны, в авиацию, на земле профессий не сосчитать. Подбирай себе бытие беззаботное, я бы сам, когда все снова начать, то, наверное, пошел снова в летное. Ведь небо только раз окунись в небо, и попал на всю жизнь небо, не любя, не скорбя, не отпустит тебя. Небо только раз окунись в небо, и попал на всю жизнь небо, не любя, не скорбя, не отпустит тебя. Сиденьки тут вялые, скучные, да? Что будем дальше пить? Давайте. Мне понравилось.